В этом патенте описывается модель устройства с полностью огибающим его экраном. Как полагают эксперты, речь идет о 7-й модели iPhone, которая благодаря дисплею, огибающему все устройство по кругу, позволит пользователю смотреть загруженные снимки, видеозаписи и различные документы, а также управлять другими функциями. Известно, что корпус нового яблочного смартфона станет более надежным, чем у предыдущих моделей. Он будет пыленепроницаемым, влагозащищенным и ударопрочным. Apple годами оснащала свои смартфоны физической кнопкой «Домой», несмотря на требования пользователей сделать экран большего размера, но компания все же может отказаться от этой кнопки, так как она занимает много места, из-за чего невозможно увеличить экран. Так вот, компания начала заказывать у своих поставщиков комплектующие для iPhone 7. Первым стал процессор A10, который будет выполнять роль сердца смартфона. Компания TSMC получила контракт на изготовление чипсетов A10. Согласно контракту, массовое производство новых процессоров начнется в марте 2016 года. По слухам, A10 будет иметь 6 ядер и технологию мультитрейдинг. Шестиядерный процессор для iPhone 7 звучит как-то круто, но вряд ли Apple сделает такой резкий скачок от 2 ядер до 6, минуя 4. Ну а если Apple и ведет разработки в области шестиядерных процессоров, то выйдут они не раньше 2017 года. Идем дальше. Как вам такая новость? Apple откажется от обычного входа для наушников. Американский производитель известен тем, что каждые несколько лет меняет коннекторы на своих устройствах, вызывая среди фанатов ярость, так как они вынуждены приобретать новые аксессуары. eSIM. Новый iPhone 7 обойдется без сим-карты. Как пишет агентство Financial Times, уже в 2016 году Apple, а также другие производители мобильных телефонов откажутся от внешних сим-карт в пользу встроенных универсальных цифровых аналогов eSIM. В цифровых сим-картах можно будет на лету переключать сотовых операторов для удобной пользователю тарификации, а также для хорошего качества связи. Многие эксперты предполагают, что технология eSIM будет внедрена в новое поколение смартфонов. Но вот гибкого экрана, думаю, ждать не стоит. Слишком малый опыт работы компании с этой фичей. Скорее всего, экран iPhone будет сапфировый, ведь ранее планировалось установить на его на iPhone 6, но по ряду причин этого не случилось. Также утверждается, что Apple откажется от использования алюминия в качестве материала корпуса. Правда, чем именно она его заменит, не сообщается, хотя и присутствуют намеки на тот самый жидкий металл, разговоры о котором ведутся уже несколько лет.